Всем привет! Сегодня вам покажу зарядку для сильно занятых, для начинающих с несложными упражнениями, для тех, кто хочет с утра, после легкого завтрака, там, после 15-20 минут после завтрака сделать зарядку, зарядиться энергией и в то же время укреплять свое тело, делать это каждое утро и занимать это будет очень мало времени на самом деле. Первое, что мы делаем, это разминка. Разминка, на самом деле, можете делать какую-то свою разминку, если вы знаете, как ее делать. Можете повторять за мной то, что я сейчас покажу. На каждое упражнение в разминке делается где-то по 5 счетов. Можно чуть больше, как захотите, 5-10 счетов на каждое. Значит, первое, что мы делаем, это вращение головой в одну сторону 2 раза и в другую сторону 2 раза. Потянули шею. Дальше вращение руками. Причем делаем уже на разминке не медленно и плавно, а уже ускоряясь, да, разгоняя кровь по телу. Делаем это быстро в темпе на 5 счетов каждое упражнение. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. В локтях. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Кисти. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять наклонов в одну сторону, чтобы тянулась одна сторона и потом другая. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вытягиваем себя руками в этом положении. Разминаем ступни ног. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Улыбаемся. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Выпады по два, всего 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Наклоны вниз. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Прогиб спины, растягивание мышц живота, руки вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Фух, все. На самом деле, вот такая коротенькая разминочка. Вы можете делать что-то свое, можете делать больше, можете добавлять какие-то свои еще упражнения. Сделали, да? Дальше, собственно, переходим к самой зарядке. У нас будет 8 упражнений по 20 повторов, по 20 счетов, скажем так, на 20 счетов каждое упражнение. Первое. Запасаемся, кстати, водичкой заранее на зарядку тоже, да. Во время зарядки, там, в перерывах между упражнениями пьем воду. Пьем много, пьем сколько хотим. Не дожидаемся сухости во рту, и это уже признак обезвоживания организма. О. Первое упражнение. Бег с высокими коленями. Сгибаем руки в локтях под 90 градусов. Локти прижаты к туловищу, ладони вниз. Бежим на месте и бежим таким образом, чтобы... Стараемся, да? Чтобы колени доставали до ладоней. То есть подбрасываем ноги вверх, бежим вверх коленями на максимально возможную для себя высоту. Делаем это на 20 счетов. Раз. И так далее 20. Сделали. Следующее упражнение. Ноги шире, да, шире даже, ширину плеч. Руки в стороны в одну линию. Делаем боковые скручивания. На 20 счетов получится... 10 в одну сторону, 10 в другую. Но сделаем это попеременно. Таким образом. Раз. Помогаем себе дыханием. На самом деле дышим глубоко. Делаем выдох на сложную часть упражнения. Таким образом и легче будет, и более эффективно будет работать тело. Еще раз повторю медленно, да? Ух.
вы должны, вы, мне кажется, уже сразу почувствуете, как тянутся косые мышцы, во-первых. Во-вторых, вообще пресс будет чувствоваться хорошо на этом упражнении. Сделали 20 раз. Значит, следующее – это приседы. Ноги чуть шире ширины плеч. Я вам покажу сбоку, как это выглядит. Мы садимся как будто на стул. То есть у нас голень должна остаться перпендикулярно полу, не ходят колени ни вперед, ни назад. Мы садимся попой на стул. Вот таким образом. Чуть-чуть корпус наклоняется вперед при этом. И затем выталкиваем себя ягодичными мышцами вверх и вперед. Вот таким образом. При том, что вы должны чувствовать ягодичные мышцы все время. Старайтесь их специально напрягать, таким образом вам будет легче удержать равновесие и будете эффективнее работать. Вот так, помогайте себе руками. Двадцать раз. Кто как низко может сесть, это уже зависит от вашей физической подготовки. Сделали 20 раз это упражнение. Следующее упражнение на пресс. Самое простое, мне кажется, упражнение на пресс – это велосипед, но и эффективное. Задействуются практически все группы брюшного пресса. И косые мышцы, и верхний пресс, и нижний. И для того, чтобы более эффективно сделать еще это упражнение, усилить эффект, да, во время упражнения специально втягивайте живот и держите мышцы пресс, да, в напряжении. Все время. Таким образом будете более глубоко его прорабатывать. Уложитесь на спину. Локти за голову, руки за голову, локти в сторону. Поднимаем, отрываем голову. Смотрим в потолок таким образом, чтобы здесь от груди до подбородка оставался где-то, мог пройти кулак. Не прижимаем подбородок к груди. Поднимаем ноги где-то 90 градусов под бедра. И одновременно вращаем ногами, как будто мы крутим педали велосипеда, и противоположным плечом тянемся к противоположному колену. Именно плечом, не локтем. Да, таким образом делаем это тоже в темпе с ускорением. Двадцать раз. Сделали 20 раз, глотнули водички. Следующее упражнение – отжимание с колен. Если кто-то хочет не с колен, а с прямых ног, да, делайте отжимание с прямых ног. Но и с колен тоже хорошо. Обычное отжимание, руки чуть шире плеч. Корпус прямой, да, шея. Продолжение позвоночника, ничего никуда не перегибается. Ноги можно согнуть, колени поднять, можно положить на пол просто. Отжимаемся только силой рук. Тоже 20 раз. Стараемся ускориться, делать это в темпе. И, помогая себе дыханием, выдыхаем на подъем. На сложную часть упражнения. Сделали. Следующее у нас упражнение стоя. Я специально делаю во время тренировки, развиваю упражнение таким образом, чтобы мы то ложились, то вставали, то садились, то вставали. Таким образом мы больше энергии затрачиваем и больше разгоняемся в метаболизм, сжигаем лишнее. Вот. Ускоряемся. Значит, упражнение на спину. Ноги широко, вот так где-то, встаем ровно и делаем наклоны вперед, только верхнюю часть, да, при этом спину не округляем, а специально ее прогибаем, чтобы она не округлялась, то есть спина должна оставаться ровной. Если вы не можете низко наклониться в таком положении, наклоняйтесь, как вы можете. При этом руки вытягиваем вперед. Делаем вот такие наклоны и небольшой амплитуды. И представляем себе, как будто у нас в руках гигантский надувной шар, мяч. Держим его руками, наклоняемся вперед, таким образом
делаем амплитуду. Грудь качается вниз, руки одновременно наверх. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре, пять и так далее 20 раз. Очень хорошо прорабатываются мышцы спины. Сделали 20 раз. Теперь делаем следующее кардиоупражнение. Называется ланч. Попеременные ланчи в разные стороны. С касанием рукой пола. Таким образом. Раз. Руку, которая не на полу, можно увести за спину, можно положить на пояс. Одновременно. Значит, переносим вес тела на левую ногу сейчас в данном случае, да? Правой рукой касаемся пола. Меняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но следите, чтобы спина была прямая, как в предыдущем упражнении. Чтобы она не округлялась, то есть не вот так вот, да, а вот так. То есть спина ровная, да? Тоже ускоряемся, делаем этот темп 20 раз. И последнее упражнение. Это планка на локтях. Если вы занимаетесь дома на жестком полу, да, без ковра, без коврика, то под локти нужно что-то подложить, иначе будет больно стоять в планке. Встаем на планку на локтях, да, корпус, вообще все тело в одну прямую линию, так, подкручиваем вниз, держимся на локтях, ничего, никаких перегибов никуда нет, локоть под плечом должен оказаться. Из этого положения делаем сгибание колен к полу, слегка касаясь и разгибая назад. При этом держим себя силой пресса. Очень хорошо. Не прогибаем спину. Подкручиваем наоборот таз вниз. Да, еще раз покажу. Встаем в планку. Так, чтобы тело было в одну прямую линию. Не забираем попу наверх. Не прогибаем спину. Ни в коем случае. Встаем, подкручиваем таз вниз наоборот. Держим себя силой пресса. Очень эффективное упражнение. Очень энергозатратное. Итого вы сделали 8 упражнений. По 20 счетов на каждое, по 20 повторов. Когда вы будете делать все подряд, делайте максимально быстро, да, ускоряйтесь и делайте маленькие промежутки между упражнениями, не больше 5 секунд. То есть, грубо говоря, глоток воды, поменять позу и заново продолжить работать. Если вы делаете один круг вот этой вот зарядки, не считая разминки, я имею в виду только вот 8 упражнений, то это займет у вас где-то в среднем 3,5 минуты. Плюс разминка, минуты, наверное. Плюс, если вы хотите еще потом сделать растяжку на мышце. Растяжку – это отдельная тема, это я буду дальше снимать. Если вы хотите сделать 2 круга для большей отдачи, да, своего тела, для более эффективного укрепления его работы, то делайте 2 круга, и если вы делаете 2 круга, это займет где-то 6,5 минут, плюс предварительная разминка, соответственно. Все, тренируйтесь, будьте счастливы, заряжайтесь энергией с утра, и удачных вам результатов!